Друзья, показываю вам в этом видео, как пользоваться узловязом вида Томпсон. Опять же, допустим, представим, что у нас связана с вами мушка, и нам надо сделать завершающий узел. Все очень просто. Также подводим сзади монтажной нити, продеваем на два крючка, выводим вверх, делаем несколько оборотов, сколько вам надо. Желательно немного. Формируем головку. Снимаем теперь с верхней петли. Тянем монтажную нить вниз и снимаем с нижней петли. Подтягиваем, лишнее отрезаем. Все, спасибо за внимание.